Так, ну мы сегодня были у главы, да, республики, значит, глава республики четко сегодня обозначил задачи, которые значит, необходимо будет выполнить в кратчайшие сроки, тоже о сроках было сказано. Значит, речь идет о стационарном посту, значит, который находится на автомобильной дороге Листа, значит, Яшполь, Комсомольский, Артезия. Значит, в настоящее время нами подготовлен план мероприятий. Значит, он в соответствии вот с сегодняшним совещанием будет еще, безусловно, корректирован. Значит, все это будет делаться для того, чтобы, как тоже вы услышали уже, значит, самая главная задача, это, во-первых, значит, большая задача, это значит, привести наши дороги все нормальные нормативы в состояние, снизить аварийность на дорогах как следствие. Ну и, соответственно, значит, по тем мероприятиям, это, безусловно, конечно, усиление контроля, которое есть, это значит, ряд юридических действий, это заключение соглашения с значит, МВД по Республике Калмыкия, трехсторонние, и значит, осуществление необходимых мероприятий значит, в части там, фото-видеофиксации и так далее. Ну и планы на 2016 год, значит, это значит, в целом значит, по 2016 году, значит, это развитие новых стационарных постов на территории республики. Значит, это, речь идет об охвате тех автомобильных дорог, которые на сегодняшний день не имеют постов стационарных. Ну, собственно говоря, будем и заниматься этим. А скажите, насколько вот сегодня нагрузка превышает вот на дорогах, которые... Ну, цифры я такое сказать вам не могу. Почему? Потому что значит, эти цифры определяют весы. Там есть методика расчета. Эти весы показывают, насколько нагрузка превышена и так далее. Поэтому, как я уже сегодня говорил, по статистическим данным, да, которые значит, у нас есть, это оперативные данные, значит, у нас ежедневно идут машины, и глава республики об этом говорил, ежедневно идут машины, значит, грузовые машины, которые, и из этих грузовых машин значит, большое количество, которые идут с перегрузом. Поэтому, собственно говоря, эту тему надо закрывать, да, и, собственно говоря, вот то, о чем я говорил, тех задач, которые ставил глава республики, о планах на 2016 год, собственно говоря, это все в комплексе, с учетом тех мероприятий, которые мы сейчас уже осуществляем, значит, все в комплексе, и будет являться для снижения аварийности и значит, сохранности наших дорог. Спасибо.